28 сентября Тувинский государственный театр кукол открывает новый четвертый сезон сказки «Шепот леса» по мотивам произведения Лидии Чарской. Режиссер-постановщик спектакля Светлана Андар, художник-постановщик Начин Шалык. Премьерный спектакль, открывающий новый сезон Тувинского государственного театра кукол, будет благотворительным. Первыми его посмотрят бесплатно маленькие зрители с ограниченными возможностями здоровья. Спектакль состоится 27 сентября в 13 часов. 23 сентября с 10 часов утра в Национальном музее Тувы состоится презентация туристического маршрута «Долина царей». Над этим проектом на протяжении долгих лет трудилась Ольга Мангуш, старший научный сотрудник отдела археологии Национального музея Республики Тыва. Сегодня любой желающий сможет посетить и увидеть воочию древние курганы, памятники 3000-летней давности, получить достоверную информацию на стендах. Маршрут – это не только знания о скифах, но и погружение в атмосферу загадочности, секрет древности и таинственности. После презентации 23 сентября состоится выезд по первому туристско-познавательному маршруту в Турано-Уюкской котловине.